У нас дом в аварийном состоянии, как вы можете видеть, у нас сыпется потолок. Это было вот буквально 2 дня назад ночью. То есть я поднимаюсь по лестнице, просто грохот, все летит вокруг, никто не хочет заниматься. На крыше у нас черти что, когда у нас идет дождь или снег, у нас просто так вот лужи вот здесь вот. Дома как бы в данный момент ничего у нас не течет, но вот именно в качестве подъезда и в качестве того, что каждый человек может пройти, просто ему на голову что-то упадет. Сколько раз жаловались, ничего не происходит. Thank you.